Три, два, один, поехали. Что ты делаешь? Ты можешь говорить же, ты же. Да, я могу говорить. Давай, я буду это снимать. Это сальце. Сальце мы режем мелко-мелко, чтобы оно, у меня слюнка пошла. Чтобы сальце в шкварочке практически превратилось при обжарке. И максимально выделило своего сока. Немного ли сала для... Сколько ты будешь яиц жарить, Коль? А сколько ты съешь? Я, ну, под хорошую закуску, хорошую беседу. Ну, в принципе, это не завтрак, но я бы съел, наверное, два. Ну, ладно, три. Что ты меня так посмотрел? Ну, как бы, пять надо. Каждому? Да. Да ладно, это что за яичница получится? Ну, по три так по три. По трем. Так, сальце мы приготовили. Так. Включаем печку, пусть сковородка прокалится. Я еще добавляю немножко подсолнечного масла к салу. Ага. Это мой стиль. Поэтому я сразу плескану маслице. Итак, у нас маслица прогрелась. И мы туда наши волшебные кусочки сальца. Сало внутреннее, чтобы было максимум жира, соленое. Закрываем и ждем. О, красота. Скоро будем яйца бить. Кому? Обо что? Чуть-чуть уменьшаем жар. Тынц. Да, тыкать листья никакой, конечно. Я яйца бив. Ну, понеслась. Кто куда? Мне кажется, надо еще меньше уменьшать. Пойду-ка я подальше к своей белой рубашке. По три, да? По три. Сейчас мы решили тереть. Потру к соль чуть-чуть. Сальце даст свою соль тоже. Ты не пересоли, это, ты же знаешь, где бывает пересол, Коля. Ничего, у нас будет чем компенсировать. Чуть-чуть перчика ароматного, душистого. Закрываем. И пусть она томится. В это время мы травы накрошим. Ну и теперь немножко украшательства. Что, она же готова, уже пожарилась, что ли? Да. Так, ну, я люблю, чтобы он, желточек был мягенький. Как вы предпочитаете, сударь? Ну, так я предпочитаю то, что мне готовят. Это я в пище не привередлив, скажем так. Ну, это так. Всем привет, привет, привет. Вы на канале Mars Club. Канал, где интеллигентно бухают, выдавая себя за сомелье. И сегодня, совершенно случайно, с Николаем придумали такое вступление. Если вам нравится, ну, напишите. Недавно был в Воронеже и заехал в Красно-Белое и сказал продавцу, ну, что у вас тут новенького, интересного, дайте, народ любит ходить в Красно-Белое, давайте что-нибудь снимем. Ну и продавец мне выдал следующее. Какие новинки есть в Красно-Белом? Ну, спросим моего продавца. У нас совсем недавно завезли крафтовую водку из Беларуси, кукурузы.
в основе сырья. Мне кажется, это что-то интересное. Как название ролика вы видели, да? Кукурузная водка. Она вот она. И закуска. Яичница. Николай, подавай свою яишенку. Так. Главное сейчас никого не обделить. Ну, ты сказал каждому... Делим на 4 части. На 4? А кого? Еще кого-то будем звать? Вот так вот. Тебе помочь? И каждому по 2. А, каждому по 2. Хорошо. Не царапай. Все. Я бы тебе помогал. Оп. И не обделай мою рубашку. Оп. А это мой туфля. Это тебе. Так, вот такая красота получилась. Вам видно? Просто Коля накладывает яичницу, и сейчас он возьмет вторую камеру. И вот у нас на столе водка «Хлебный дар». Водка из Белоруссии. Привет, Алкобардо. Не знаю, снимал он ее обзор, не снимал. Эта водка пришла к нам из Белоруссии. Стоит она, вы видели уже, 300 рублей. Что? Слушайте, давай сначала нальем, потом поговорим, потому что закуска стынет. Открываем, Николай. Поприветствуй наших зрителей. Да я ж нормально все. Нормально все. О, как. Ты смотри, как легко открылось. В пол поворота. Да. Ну, давай наливать. Ты будешь следить за налитостью рюмочек. Ну, не скупись под яичинку-то. Хорош. Ты сам сказал не скупись. Это тебе, Коля. А то же зрители всегда говорят, ты что, Коля, обделяешь, Коля меньше наливаешь, Коля слова не даешь, Коля говори что-нибудь. Я слежу за процессом. Стоп! Вот так. Ты же моя красота. Я предлагаю сначала выпить. По чуть-чуть закусить, а потом будем обсуждать продукт. Давай. Держите вилочку, Николай. Я сегодня левшой, буду. Держи рюмочку. Сегодня левшой буду. Коля, я с тобой поухаживаю, Коля. Ты же мой красавчик. Давай. Да я через край буду откусывать. Николаевич, вот я тебе приготовился. Спасибо. С сальцом. Как ты говоришь, холостяковая яичница, да? Да, я старый холостяк, а не знаю слов любви. Коля, на старый холостяк, да? Давай. Ну, ваше здоровье, дорогие наши подписчики. Если вдруг кому-то интересны такие лафитники, напишите. Вышлю, отправлю. Вы, наверное, все поняли по выражению моего лица. Мне очень понравилось. Прям вкусно-вкусно. А яичинку ты, дружище, пересолил. Пересолил? Ну. Быть ей у тебя на голове. Сейчас попробую. Итак. Нормально. Нормально. Откуда деваться, да? Итак, водка «Хлебный дар» из Беларуси. Бутылка очень интересная. Я когда впервые взял эту бутылку в руки, я сразу почувствовал себя пьяным. Вот она такая кривая. Я думаю, господи, что-то они тут начудили. Но потом, я когда взял в руку, она плотно лежит, тут под большой палец. В общем, необыкновенной красоты. Вот видно вот так вам бутылка. Форму бутылки, такое я впервые вообще увидел. Оформление классное, крафтовое. Водка кукурузная. Сейчас. И вот увидим. Ну и контр-этикетка, конечно, не прочитать вообще. Зайдя на сайт Красно-Белого, я контр-этикеточку это увидел. Сейчас я вам ее покажу, и вы сами сможете прочитать состав данной водки. Ну, они пишут, уверяют, что ни сахара, ни глютена, ничего здесь нет, только чисто кукурузный спирт, что они подтверждают, и настой на кукурузных зернах. Представляешь, что если они что-то еще на кукурузе стояли? Ну, это получается как бы недоделанный бурбон. Ну да, по большому счету, да, бурбон, в принципе-то. А вы помнишь, вот ты помнишь? Никиту. Никиту Сергеевича Хрущева, ты помнишь, Николай Николаевич? Кукуруза, царица полей. Да, да. Я уж старый, я даже в его времена-то жил. В 1955 году Никита Сергеевич, да, пока под разговор. 15 сентября из Москвы в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента Эйзенхауэра
с официальным визитом отбыл председатель Совета министров Союза СССР Никита Сергеевич Хрущев. Поехал в Америку, и там ему показали местные фермеры, как у них растет кукуруза, какой сумасшедший они собирают урожай. И он загорелся этой идеей, он приехал в Россию, он этой кукурузы царица полей, и он засадил чуть ли не все кукурузы, но не учитывал он о том, что не везде, ну, климатические условия разные. По заслугам, оценивая эту богатырскую культуру, партия и правительство поставили перед сельским хозяйством задачу резко увеличить производство кукурузы. Раньше эта культура занимала небольшую площадь. После сентябрьского пленума ЦК партии 1953 года она широко продвинулась на север, запад и восток, а площадь ее посевов увеличилась более чем в 10 раз. Да, и кукуруза, она очень сильно истощает почву. Да. Он же был в Украине каким-то там секретарем. Да, он начал, да, вот, кстати. Вот, и он именно на Украине, на черноземах украинских. Стал сажать кукурузу. Стал сажать, и до сих пор там сажают, очень много споров идет, что кукуруза истощает землю сейчас. Ну, во всяком случае, в Америке почему-то не истощает. Может быть, у нас были сельские агрономы такие, черт его знает, но, как говорят, там культура удобрений другая все-таки. Да, то есть он, был такой анекдот, пионер спрашивает, Никита Сергеевич, а правда, что вы запустили не только спутник, а мой папа сказал, что вы еще сельское хозяйство запустили? На что Никита Сергеевич сказал, ты своему папе скажи, что я не только кукурузу сажаю. Слушайте, ну, оформление очень хорошее, очень строгое, красивое, оригинальное. Вот если я напомню вам прошлый ролик, когда наши российские производители из какой-то там Калужской области своровали форму бутылки. А вот это прям вот почет и уважение производителям. Очень интересные формы, вот знаете, вот, ну, необычные, вот прям смотришь на бутылку и уже пьян. Ну, в то же время, понтово, красиво, строго, молодцы. Давай, Николай Николаевич, за это и второй тост. За братьев наших белорусов и их творчество. Ну да, там сейчас как-то в Беларуси времена какие-то, я не хочу обсуждать, что там происходит. Но водку они делают хорошую. Да, водку, у них четко там, водки вообще левой нет, там уже, ну, давай. Прям уж мне понравилось, хотелось по второй. А? Она прям сладкая. Она хотя как пишут, мед. Да, пишут без сахара, и это каким-то протоколом тут подтверждено. Водка хлебная, дарку. Дорогие друзья, если предыдущий продукт в предыдущем ролике сказал, не покупайте, не берите и даже вообще нюхом не нюхайте, если вы хотите хорошей и, в принципе, недорогой водки, я бы порекомендовал. Коля, ну давай я тебе еще с тобой поухожу, дорогой. А что, если туда щепы бросить дубовой? Получится бурбон? Не, ну бурбон-то в новых обожженных бочках. Почему здесь щепа? Держи, дружок. Держи, держи. Кушай, кушай, кушай. Это отложи ты эту камеру, закуси как следует, нормально. Нет. Кто скажет же, блин, ай, Марс, сам жрешь, а Николай Николаевич не даешь. Я как ковбой, все на лошади. Даже любовь. Тебя женить бы как-нибудь, а? Кто-нибудь там смотрит, есть какие-нибудь там холостые девицы? Лошадь не брошу. Да? За ушами хрустит у меня, например. Ну, ты знаешь, наверное, у меня просто кусочек такой попался. Посмотрим. Который был соленый. Давай тебе кусочек, Николь. Чего? Давайте за тобой поухажу, да, вилку. А. Б. Б это значит баранов. Держи. И тебе желтый. Ты персональные мои. А! Персональные мои данные. Почему не открываешь? Нет. Ну, тот, кто хочет тебя увидеть, тот может у меня в друзьях на канале найти. Я в ВК есть. Ну что, подрите, да и будем заканчивать. Такую водочку, конечно, потреть не грех. Давай, подавай рюмочку. Очень хорошая, интересная, вкусная.
неожиданно хорошая водка. Ну и хотел бы еще напомнить, что конкурс на розыгрыш бокалов от канала «Морской клуб» продолжается. Вы можете прислать свое короткое видео с поздравлением всех подписчиков и канала с Новым годом. И можете выиграть фирменные бокальчики от канала «Морской клуб». Где же Николай? Приятно, как говорится, мы даже не охлаждая, вот она стояла у меня на столе. А следующий ролик снимем на третий продукт, который мы купили в красно-белом. Это аперитив всего лишь, 18 градусов. Это 18 градусов? Интересно. А сейчас английский флаг. А где производит? Производится, собственно говоря, в Рязани. Ярославская область. Интересно. Ошибся. Да. И британский флаг. Спасибо. Чем дальше, тем слаще. Угу. Прям приятно, очень приятно удивлен. Интересно. Очень интересно. Дорогие друзья, кто пробовал, напишите, скажите. Но мне сказали в магазине, что это вот прям новиночка. Коля, давай, дружок, закусывай. Мы сегодня голодны целый день. То туда, то сюда. У нас с Колей одно общее интересное дело, как я уже говорил. Ну ты кушай, дорогой. Ну что? Самый маленький кусок, он же в рот не залез. Я подержу, давай. Пошире открывай рот, Коля. Вот. Вот, дорогие друзья, не обижаю я Колю. Не это, ни в коем случае. Ну, и себе. О. Холостяцкий вечер. И ишенка. И ишенка. А тут на этом месте могли бы быть, конечно, пельмени. Но дело в том, что мы сейчас разбаловались, сами пельмени не лепим. Коля, а ты пельмени ты сам можешь лепить? Могу, но не буду. А давай спросим наших зрителей, если вам понравился формат такого ролика, когда Коля готовит, а потом мы вместе все это едим. Не хочу. Давай спросим наших зрителей. Дома готовишь, здесь готовить. Да ну, Коля, ну что ты, ну не капризничай. Ну давай послушаем наших зрителей, вдруг им понравится. Дорогие мои, пейте меньше, пейте ответственно, берегите себя и нервы ваших ближних. Именно наши ближние страдают от наших чрезмерных воздеяний больше всего. Ну как-то так. С вами был канал Mars Club. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Вам не тяжело, а нам будет приятно. Ну а мы, пожалуй, выключаем камеру и продолжим наши посиделочки с этим в этой прекрасной компанией. Из памяти о Никите Сергеевиче и кукурузной водки «Хлебный дар». Пока, друзья!